Обстановка Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки стабилизировалась. Украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня. С позиции 53-й отдельной механизированной бригады со стороны населенного пункта Авдеевки обстрелу из БМП подвергся населенный пункт «Спартак». Киевское руководство продолжает проводить доукомплектование и ротацию личного состава, перемещение боевых подразделений, а также занимается совершенствованием системы инженерных сооружений и заграждений. По данным нашей разведки, из населенного пункта Родинское в направлении Красноармейск в 41 километре от линии соприкосновения отмечено перемещение гаубиц Д-30 в количестве 4 единиц. В направлении населенного пункта Карахово 18 километров до линии соприкосновения отмечено перемещение танков МТЛБ в количестве 3 единиц. Населенный пункт Гранитное 500 метров от линии соприкосновения зафиксировано прибытие САУ 4 единицы и 122-миллиметровых и минометов в количестве 4 единицы. Населенный пункт Новоселовка от линии соприкосновения 10 километров отмечено прибытие БТРов 2 единицы, БМП 4 единицы, гаубиц Д-30 2 единицы. На восточной окраине населенного пункта Калиновка 13 километров от линии соприкосновения установлено местонахождение артиллерийских установок под маскировочным покрытием. Населенный пункт Желанное, 27 километров от линии соприкосновения, отмечено прибытие до батальона личного состава из подразделения 93-й отдельной аэромобильной бригады. Таким образом, командование Вооруженных сил Украины по-прежнему продолжает наращивать группировку войск по всей линии соприкосновения. Тем самым подтверждается факт, что официально Киев, несмотря на подписанные Минские соглашения, продолжает вести курс агрессивной политики в отношении Донбасса и категорически отказывается решить проблему мирным путем.